Московском училище Олимпийского резерва номер один долгожданный гость. Известный борец греко-римского стиля, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта России, воспитанник МСОР номер один Мингиян Семенов. Видите, я его поднял. А теперь он тут спину напрягает, как мы скачаем спину, да? Лодочка, смотрите. У него спина напряжена, ноги вот не напряжены. Да? Теперь смотрите. Точно такой был. Да? Мне его тяжело понять. Почему? Он провел мастер-класс вместе со своим давним другом Алексеем Соломенниковым. Наша задача в чем заключается? Чтобы донести им больше информации и в то же время их особо не загрузить. Чтобы у них, если когда ты получаешь много информации, в голове получается бардак. А вот в этом плане мы сегодня отработали все те действия, которые они нарабатывали. И пару движений, пару приемов мы показали новое. Потому что сказали о том, что если ты не будешь двигаться, будет вот это, а если ты не будешь загружать, то будет это. На своем примере показали, что нужно двигаться, что нужно не стоять и делать свое, и делать все те приемы, которые Алексей Сергеевич, их тренер, показывает. Занятие продолжалось целых 2 часа, на протяжении которых Мингиян Семенов все делал вместе с юными спортсменами, начиная прямо с разминки. У меня 2 сына занимаются в училище Олимпийского резерва номер 1. Александр, которому 8 лет, и Игорь, которому 6 лет. Занимаются они уже 1-1,5, другой 2 года. На самом деле, сразу рассматривали именно МОР номер 1, так как у этого училища большие спортивные традиции. С этого училища выпущено много известных и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира. И также сейчас у нас мастер-класс проводит 3-й призер Олимпийских игр, что очень почетно для детей. Это, во-первых, большой авторитет. Они увидят, что, чего можно добиться, каких высот. Но и также в школе МОР номер 1 хороший тренерский состав. Он обеспечивает ребят занятием, спортом, развитием физическим и умственным. Да, думаю, наверное, это важно. Во-первых, тренирует братство, единство, силу воли. Борьба, потому что сам в прошлом занимался греко-римской борьбой, тоже являюсь мастером спорта. И поэтому не рассматривал другие виды спорта. Хотелось просто, чтобы ребята продлили мое, наверное. Надо было видеть, как юные спортсмены смотрели за Мингияном Семеновым. Особенно, когда известный борец подробно и обстоятельно показывал приемы в паре с их тренером. Он тренировка сегодняшняя. Да, тренировка сегодня. Крутая. Что вам понравилось, расскажите. Как Мингиян Семенов бросал Алексея Сергеевича. Сам Мингиян Семенов привез в свою спортивную альма-матер всю семью, супругу и 2 сыновей. Сыновья тоже приняли участие в показательной тренировке. Конечно, вспомнил. Такая ностальгия о том, что даже я вот сегодня приехал с семьей. Приехал сюда, я рассказал своей супруге о том, что я здесь жил, показал своими глазами. Тем более, в первую очередь, для своих детей, потому что, чтобы они знали и видели, в каких условиях я тренировался, где я тренировался. И увидел, если даже в дальнейшем, если им понравится, и пусть дай Бог, чтобы они продолжали здесь также тренировать традиции. Но училище, честно, оно очень сильно преобразовалось, кардинально все изменилось. Но все те же родные стены, все те же родные люди.